Traders every day are earning thousands of dollars for themselves trading the market. What separates them from you is that these traders possess certain knowledge and tools the everyday person does not have. Tools that if you knew how to use, you too can make money every day with. Learn the right skills, tips and strategies from the very best at www.TradeGeniusAcademy.com. Trade Genius changed my life. Wow. Look, I started out with just $500 and I've made over $10,000 this year so far in the market. If you are looking for a fast and easy way to make money from home, you have to try Trade Genius. My wife and I have been trading their signals and it's been wonderful. I just wanted to give a personal shout out to Trade Genius because they have completely changed my life. I mean, I no longer look at money the same way. You will learn methods such as day trading, binary options, cryptocurrencies, futures, and options. You also will have access to trading tools only the pros use to earn daily profits. Don't wait another minute. Start controlling your destiny today. Visit Trade Genius Academy today and use promo code 50OFF for 50% off our entire store. Почему Запад так негативно относится к вам? Это страх. А чего бояться? России, наших масштабов, нашего ядерного оружия, наших возможностей во многих областях. Но это все старое мышление. От Запада единственное требование – быть такими, как Запад. Принять правила Запада. Нет, нет. Я выберу тот путь, которого ждет от меня мой народ. Если кто-то на Западе на кого-то ставит в России, на каких-то отдельных политических деятелей, ну, я думаю, что он совершает огромную ошибку. Нужно ставить не конкретно, не на конкретного человека, а на российский народ. Когда скандирует Россия, Медведев, Путин, ладно, спасибо, но когда Россия, должен звучать весь зал. Ну-ка еще раз. Оппоненты, они всегда критикуют власть, так и должно быть, и указывают там на недостаток демократии, свободы прессы и так далее. Но они это делают. Если они это делают, и делают публично, активно, причем на демонстрации выходят, и средства массовой информации функционируют в обычном ежедневном режиме, и слава богу, ничего не происходит с ними, да. Но это ведь о чем-то говорит. Это говорит о том, что общество у нас структурировалось таким образом. И вот сейчас скажу главное. Точка возврата пройдена. Сегодня решения принимаются порой без нашего участия. Нас просят лишь поддержать их. Часто говорят, что без России было бы невозможно выполнить эти решения. Мы хотим знать, нормально ли это? Это ли настоящее партнерство? Несмотря на все сладкие речи, мы так и не научились доверять друг другу. Продолжается тайное сопротивление нам. Иногда мы требуем лояльного отношения от НАТО, иногда выступаем против его расширения. Мы так и не договорились по проблемам противоракетной обороны. И таких моментов великое множество. С тех пор, как НАТО разместило ракеты у российских границ, Россия демонстрирует свою мощь и стремление к перевооружению. НАТО заявляет, что этот ракетный щит направлен против Ирана, а не России. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Что касается нас,
Но почему это у нас вызывает озабоченность? Эти радары, которые должны быть поставлены в Европе, и эти ракетоперехватчики, которые должны быть поставлены в Европе, они перекрывают территорию Российской Федерации до Урала и как бы нейтрализуют часть наших ядерных сил наземного базирования, которые стоят основу нашего ядерного потенциала сдерживания. И это всем понятно, специалистам. И просто так сказать, да, вы, ребята, не пугайтесь, мы это делаем, но не будем против вас использовать. Мы хорошие. Посмотрите в наши честные глаза. Но вот так дела-то не делаются. Ну, знаете, это даже было, я поэтому так и развеселился.